Привет. Я вынужден признаться, очень долго, когда я говорил, мне пришла посылка из Китая, я вас обманывал. На самом деле, это были не посылки, это были мелкие пакеты. За все время, сколько я заказываю из Китая, из Европы, из Америки, мне пришло 3 или 4, максимум там 5 посылок. Все остальное мелкие пакеты. Поэтому посылка из Китая, номер 100, там чего-то там, это все обман. На самом деле, это мелкие пакеты из Китая. Но вот это на самом деле посылка. Сегодня забирал ее на почте, она пришла на... Слушай, я сильно сдам почту, если скажу, что она пришла на моего брата, а я за него получил. Ты уже сдал? Я уже сдал, да. Я взял паспорт брата, я умею за него расписываться, я пришел на почту, все заполнил, посмотрели на фотографии, да, похож, отдали. Вот это реально посылка именно. Я спрашиваю на почте, а чем посылка отличается от мелкого пакета? Они говорят, а вот видите, в извещении галочка стоит посылка, значит это посылка. Если бы был мелкий пакет, стояла бы галочка мелкий пакет. Вот этим и отличается. На самом деле, когда получаете посылку из Китая, ну вообще из других стран, там надо будет расписаться не только на извещении, но еще на одной бумажке. И вот это последняя посылка, но видеоролик не об этом. На самом деле, даже если бы это был мелкий пакет, я бы все равно назвал последняя посылка из Китая, потому что это на самом деле последняя посылка, не навсегда. Я не собираюсь бросать обзоры, бросать распаковки, но какое-то время посылок не будет новых. Распаковок, то есть, не будет. У меня сейчас 7 или... Я не помню, сколько у меня сейчас устройств на тестировании, но постоянные зрители знают, что возникли проблемы с обзорами, потому что я живу сейчас не дома, квартиру мы продали, новую еще не купили, жить мне вот так вот негде, негде поставить красивую лампу с хорошим освещением. В общем, мне все неудобно, меня все раздражает, и меня не прет снимать обзоры, поэтому ближайшие даже вот эти устройства, которые у меня есть, обзорчики получатся, скорее всего, на мой взгляд, так себе. Ищу в каждом устройстве изюминку, чтобы хоть как-нибудь так вот приколоться. Например, от зопа рожу не распознает. Как там написал? Я не узнаю вас в гриме. Вот для того, чтобы хоть как-то было интересно смотреть, вот такое приходится снимать. Я сразу извиняюсь перед своими зрителями, которые думают, что мне многие зрители сейчас пишут, хотим вот этот телефон на обзор, вот этот, вот этот, вот этот. Вышло очень много устройств, на даже вышли эти планшеты на новых процессорах, но, честно, не могу... Я решил сделать маленький перерывчик. О, муха залезла в кадр, а ну-ка пошла. Не обижайтесь на меня, я скоро вернусь. А посылок пока не будет. Опять наврал, а? Одна посылка еще будет. Вот же у меня в руках она. Это Dugi DG800. Меня просили, делаю. Ну все, пока.